Всем привет! Ну что, давайте пробовать салат. Для тех, кто просто в мукбанг пришел, готовила салат из запеченной свеклы. Запеченная свекла, дальше брынза, руккола, красный лук, грецкий орех и заправочка. Ну, вот такой вот салатик с хаотичной домашней нарезкой. Ну уж какая есть. Будем сейчас это все пробовать. Блин, а что тут может быть невкусно? Все вкусно. Класс. Заправочка чувствуется, соевый соус чувствуется, соком свеклы, ну, такой легкий оттеночек. Так, мне не наклонить бы на себя, не вылить это все. Класс. Все вместе вообще бомба. Вкусно, 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 вкусно. Готовить, однозначно готовить. Имеет право жизни. Ой. Вот рука, вот как ее есть. Вот у меня это всегда беда. Ну ладно. Придется помочь себе руками. Ну что делать? Я не знаю, как красиво есть зелень. Вы умеете красиво есть зелень в салате? Я нет. Ой. Класс. Короче, могу точно сказать, эксперимент удался. Слушайте, бомбический салат получился. Ничего особенного. Как вкусно. Вообще, вариантов... Кристюш, выйди, пожалуйста, оттуда. Выйди со стола. Тебя в кадре не видно, но ты позоришь мать. Что-то хотел сказать, и, блин, сбил меня. Вариантов салатов с запеченной свеклой очень много. Поэтому можете самостоятельно набрать ингредиенты, которые вы любите, выбрать их и добавить к свекле. Ну, кто-то же не ест, например, лук. А я лук люблю. Боже, как классно.
Опять же, рукколу можно заменить какой-то другой зеленью, шпинатом, допустим, еще чем-то. Очень классно. Грецкий орех попал. Твердый зуб. Однозначно салату 10 баллов. Опять же, если еще сделать красивую нарезку, ну, кто умеет красиво подать, вообще класс. Блин, я бы еще тарелочку навернула. Это чистая правда. Вот единственное, что нужно сделать, лук сначала замариновать в горячей воде, кипяточком обдать, потом эту воду слить. Что-то он прям такой ядреный попался. А такой маринадик, он горечь из лука уберет. Очень классно. Очень классный вариант. И заправочка классная. Короче, все, я уже буквально вылизываю тарелку. Водичка запить. Слушайте, очень классно. Однозначно салат рекомендую. Беру себе в обиход. Свекла вещь полезная. Да там все полезное. Все полезное. Ой, так хорошо сразу стало. Вот поешь, и прям сразу так хорошо. Все, а я на этом со всеми попрощаюсь. Хорошего всем дня. Живите вкусно, готовьте вкусно. И правильно, красиво нарезайте овощи. Вот надо мне полезть, кстати, на Ютубе, может, есть какие-то интернет-уроки с красивой нарезкой. А чего нет? Век живи, век учись. Все, ладно, на этом со всеми попрощаюсь. Все, пока-пока.